Адвокаты столичного бизнесмена Кайрата Жамалиева пытаются оспорить решение суда. Защитники утверждают, что следствие было необъективным, а судья не учел некоторые обстоятельства дела. По словам адвоката, они просили суд провести повторную экспертизу состояния Алиби Жумагулова, чтобы определить вред, причиненный его здоровью. Но им в этом отказали. Защитники также надеются, что смогут оспорить конфискацию имущества, и законная доля вернется супруге бизнесмена Алене Жумалиевой. Как мы сообщили ранее, Кайрат Жумалиев был приговорен к 13 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и отбыванием срока в колонии строгого режима. Его партнеры по бизнесу Анатолий Прибытков и Арман Абельтаев также были признаны виновными и приговорены к 8 и 12 годам тюрьмы. Мы поставили вопрос о том, чтобы те статьи, которые ему были вменены, были по ним он был оправдан. По вымогательству, по незаконному лишению свободы, по насильственным действиям сексуального характера. Он должен отвечать за то, что совершил, нанеся интересные повреждения, это он признает и готов за это отвечать.